Всем привет, с вами Сергей, вы на канале Биндасов Гейм Луто. Демо-версия. Да, как мы видим, это демо-версия какого-то нового хоррора. Посмотрим, что это, когда выйдет, пока не было озвучено, не описано и так далее. В общем-то, демо-хоррор, будем так говорить. Всем, кто смотрит, приятного просмотра. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Погнали. Луто. Ну что, давай входим в комнатку. Собственно говоря, посмотрим, что это. Кстати, стены такие каменные, такое чувство, как будто дом. Сейчас, секундочку. Вот. Такое чувство, как будто дом, как бы, ну, каменный. И потолки очень, между прочим, по-моему, низкие, нет? Или я просто очень высокий. Ну ладно. Так, собственно говоря, надо что-то сделать. Садиться я не могу. О, это же обезьянка. Музыка. Где-то музыка играет. Так, теперь надо понять, что это. Во-первых, это английская версия. Так что строго не судите за то, что я там буду подтупливать и так далее. Но нам просто надо понять, насколько крутая это или интересная игра. Блин, ну мне кажется, это какой-то... дом где-то на юге. Где-то дом на юге. Какая-то картина. Какие-то коробки. Driving of the of a door with broken bars. Короче, какие-то коробки, что ли, надо отобразить. Так. Ну, понятно, инвентарь. Все ясно. Ну, пойдем. Чё? Вон там где-то телефон. О, я бегать могу. А, я бегать могу, это уже хорошо. Я бегу. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Не кладите трубку, я почти добежал. Я просто медленно бегу. Алло. Hey, hey, как дела? Are you doing better? It's been a while since... I will sense you now. Yeah. Yeah. Конечно. Пожалуйста. Don't stand your... подарки. Стой, подожди, а можно набрать 911? Ну конечно, как всегда занято, блин. Ой. Ой, все заколотили. Так, она почему-то фризит. Help, помогите. Почему-то игра подфризивает. Ну, есть фонарик. Есть фонарик. Так. Цепочки такие хорошие, мне прям нравятся. Да, взять. F. Ё-моё. У-у-у, ни конца, ни края. Я говорил тут про потолки низкие, да? Все изменилось. Все изменилось в одночасье. Так, собственно говоря, что это? Тихо. Где что двигается? Где-то что-то двигалось. О, это же этот. А, как он называется-то? Блин, я забыл, прикиньте. Я забыл, как он называется. О, панда. И Пашка тут есть. Да. Гремлины, во! Точно. Это же были гремлины. Но картинки такие какие-то, да, очень странные. Особенно вот эта вот. Доска. Доска какая-то непонятная. Очень много всего. Дракон 074. Может быть, записать? Я не знаю. Ха-ха-ха. Рож. Так, 074. Я на всякий случай запишу. Мало ли это пригодится. Ой, здесь тоже есть что-то. The call. Позвони. Что? Подожди. А как? Нет, стой. Но. Так, это читать.
Стой. The path is open. Open. The path is open. Подожди. Стой. Мне кажется, надо сюда что-то добавить. Каких... Блять, хорош. Каких-то картинок. Сверху. Барахло. Телефон. Вот здесь что-то непонятное. Потом выход двери. И вот там что-то... Подожди, здесь... Нам дают подсказки. Так, закрыто. Ну и ладно, хорошо. И не очень-то и хотелось бы. Подожди, может быть... На второй? Про... Ё-моё, пробраться. Ага. Какая-то картинка. Какой-то подарок. Ладно, давай возьмем пока. Пока возьмем. Пока возьмем. Пока будем тупо действовать, как говорит... Это, эти цепочки. Тупо действовать, так как говорится, инстинктом. Потому что немножко непонятно, что куда и зачем кидать. Ну. Так, стоп. Подожди, стой, стой, стой. Как там переключить-то? Фонарик? Ну. Нет, тоже лестница, подарок. Тоже не хочет. Тоже не хочет пихаться. Ладно, пойдемте тогда искать. Пойдемте тогда пока поищем. Не знаю что, но что-то что-то обязательно же мы найдем с вами. Do not stir. Да понял я, do not. Что-то нет, не надо. Картинки, 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 картинки. Эй, тут есть кто-нибудь? Кого? Да, попали, короче, какой-то параллельный мир. Непонятно в какой. Непонятно, что здесь. Непонятно, зачем. Собственно говоря, здесь было все закрыто. Здесь мы подобрали только одну картинку. Ну и все. Больше ничего. Ну, пойдем дальше. Пойдем дальше что-то искать. А что искать? Все закрыто. Все закрыто. Кассет нету. Ничего нету. На второй этаж я тоже не могу пробраться, потому что все как бы это... Очень прозаично, странно и непонятно. Но здесь, подожди, вот эти картинки, они дают определенные подсказки. Эти картинки дают определенные подсказки. Вот здесь подарок должен быть. Свеча. Там какой-то выход. Здесь какой-то подъем в небо. Ну, вот сюда мы пошли. The heavy is full or boxes from the move. Я так понимаю, кассеты какие-то. Это, по-моему, как раз второй этаж, где коробки и так далее. Вот здесь мы что-то посмотрели. Посмотрели, подождите, телефон. Телефон, там какие-то таблички. И рядом, может быть, с телефоном. Who is calling? Кто звонил? Who is calling? Подожди, а вот это может быть картинка? Потому что я так предполагаю, что вот это вот это. Просто нарисовано немножко по-другому. Navi hair. Navi hair. Так, там дверь. Я так понимаю, это где-то на втором этаже. А это где-то... Ну, давайте пойдем поищем. Может быть, окно есть какое-то, где что-то можно было бы найти. Хотя я... как бы вообще окон не вижу. В мусоре может быть что-то? Не может быть. Здесь может быть что-то? Тоже не может быть. Все звенит. Все хрустит. Таблетки выпить нельзя. Картина хорошая, красивая, но нет. Так. А куда звонить? Help. Так, понятно. Звонить некуда. Открывать ничего не открывается. Здесь тоже пока ничего. Здесь где-то должен был подарок быть. Может, выкрутить лампочки? Может быть, тарелочку потрогать?
Тоже здесь какой-то подарок должен быть на рисунке. Присесть я не могу, я могу только бегать. Ну, уже хорошо хотя бы то, что я могу бегать. Вот там мне сверху что-то не нравится все это дело. Так, мы пока не можем сдвинуться с вами с места. Пока здесь ничего не выяснено. Дверь закрыта. Кассеты взять нельзя. А что же делать? А что же нам делать? Здесь я тоже ничего не могу взять. Здесь тоже ничего пока нельзя. Там я тоже... Ну, и туда я тоже не могу пробраться, потому что там все закрыто. Рыба. Что? Странные картинки какие-то. Очень странные картинки. Здесь тоже все закрыто. И здесь тоже что? Правильно, тупик. И очень высокие... Чересчур высокие... Сука, потолки. И кто-то ходит. И кто-то здесь ходит. Наводит страх и ужас. Либо это просто старый дом. Что возможно, да. Скорее всего. Тоже ничего нету. Ничего не вижу. Куда-то кто-то побежал от какого-то чувака. Или кто это был? Кто-то был. Ну ладно. И что здесь? И что делать дальше? Все закрыто, все заперто. Ничего куда не попасть нельзя. Мы, грубо говоря, мы тупо зашли вот в эту комнату. И по факту все. Мы с вами здесь что? Правильно, подзависли. И почему-то мне кажется, что мы дальше, по сути, либо не сдвинемся... Не, сдвинулись, смотри. Собрали что-то. Стоп. Погоди. Как-то я положил все-таки картинку. Может быть, там сейчас будет подарок? Может быть, там, по идее, должен быть подарок. Нет, нифига. Ну, выпустите меня, пожалуйста. Нет, не помогает. Подожди, ай, еще раз. Мне кажется, другую картинку надо поставить. Мне почему-то кажется, что надо поставить другую картинку. Ну, давайте сейчас еще пооткрываем двери. Попробуем. Дернуть дверь, потому что, мне кажется, здесь вот эта доска, она что-то нам дает. Вот. Вот. Картинка нам уже... Кто-то дала. Так, здесь навигация сразу вот эту, да? Нет, подожди, картинка там другая будет. Подожди, что-то упало где-то. Где-то что-то упало, значит, где-то что-то открылось. А если где-то что-то, значит, открылось, то это значит что? Это значит, нам пришел почти конец. Да. Так, открыли. Открыли. Эту дверь. Я понял. Короче, все решают, собственно говоря, картинки. То есть, как правильно ты установишь картинки на доске, так у тебя будет двигаться дальше, так скажем, твой сюжет. Как я люблю подвалы. Мне показалось, дверь открылась. Но я пока не пойду. Я не хочу идти в подвалы. Я не хочу прям сходу сразу идти в подвал. Я хочу идти на второй этаж. На втором этаже... Где-то что-то показывали. О, глазок. Так, я вижу кассету. Я вижу кассету. Но открыть я пока не могу. Здесь тоже пока ничего нету. Здесь пока ничего нету. Внизу, слава богу, тоже никого нет. Хотя вот здесь что-то было нарисовано. Это что? Это что? Надо все чекать. А, подожди, вот она, кассета. Капец, тут запутано. Вот оно окно. Вон там кассета. Значит, окно я могу открыть. А как я туда попаду? А не вон они провода-то.
Угу. То есть нам надо как-то открыть проводочки. Или я могу отсюда дернуть? Или я могу отсюда дернуть их? А почему я отсюда не могу дернуть? Я бы дернул бы отсюда, или здесь провода просто такие, это... наэлектролизованные провода. Ладно. Тогда... Тогда выбора не остается. Мы с вами идем куда? Правильно, в подвал. Наш любимый всеми подвал. They are no longer here. Чё-то там как-то, как-то. Читать я умею на английском. Хорош, слышь. Кто там пшикнул? А дезодорантом? А, вот он и... Понятно. Освежило. Help, 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 help. Везде просят помощи. I'm lost to help. Help, 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 help. Я понял, что тебе надо помочь. Help me. Да help me, help me. За хорош, заткнись. Да все, все, страшно. Подушек. Да, 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 да. Помогу обязательно. Обязательно помогу. Подожди, что-то надо сделать. Да помогу, помогу. Когда-нибудь помогу. Подожди, кто бы мне помог? О, этот рисунок уже есть, кстати. Так, ладно, пока ничего нету. Да все, отстань, слышь. Со своим help me. Слишком тебя это. Ну да, это дезодорант все-таки. Так, погоди. Страшные звуки. Надо как-то кассету открыть. Ай, help me! Алло, слышь, help me! Help me, может, ты мне поможешь? Там кто-то ходит. Там что-то страшное ходит. Прислушаться надо. Блять, откуда ты пришла? Оттуда? Куда ты пошла? Опачки, дверь открылась. Хорош, слышь! Бляха-муха. Ой-ой-ой. Оно живое? Ёб твою. Парацифик. Где выход-то, бляха-муха? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нам сейчас придет пиздец. Ты кто? Be careful with the place. It's ace to go. Чё-то тут. Что произошло, собственно говоря? Ё-моё. Что это? Где это? Пыль. Кстати, пыль красиво сделана, но... Плохо, что она... Ну, как-то... Видно, что как будто... Ну, как бы и не пыль. Как бы... Ну, нет, сделано прикольно. Сделано прикольно. В целом, антураж... как бы игры прикольный. Поэтому есть... Место этой игре, в принципе, как-то отыграться. Я надеюсь, хотя бы русская версия будет. И будет нам проще сориентироваться. Так, собственно говоря, фонарик, у меня же есть фонарик. Подожди. И смайлик. Очень смешно. И очень... Стоп. Чуть дверь открылась. В этот смайлик как раз-таки открылась дверь. Закрыть можно и закрыть нельзя. Ладно, хорошо. Открылась, так открылась. Зеркало. Блин, но в зеркале мы не отражаемся. Это плохо, это минус. Записка. Заберем пока что. Читать, ну, бесполезно, смысла нету. Переводчиком пользоваться тоже, сами понимаете, бесполезно. Stop watching me. Останови меня. 522. Записываем. Записываем. Его записываем. Окно какое-то. Подожди. Ладно. 522. Давайте-ка, значит, туда спустимся. Опять к доске сходим.
Хотя я такую иду, думаю, а где эта доска-то? Куда я пойду? Куда я, собственно говоря, пойду и куда я иду? Пока совсем непонятно. Все везде закрыто. Туда вниз спуститься я тоже не спущусь, потому что, ну, откуда мы пришли, там делать нечего, там ничего нету. Здесь все закрыто. Ну да. Там делать нечего. Здесь тоже все закрыто. Значит, делать надо вот в этой комнате что-то. Значит, что-то в этой комнате надо сделать. Сейчас все прощупаем, все пощупаем, все посмотрим. Может быть, мы что-то пропустили. Может быть, вот эта дверь открылась. Да, открылась эта дверь. И мы, собственно... Ага, и мы оказались все здесь. Понятно, хорошо. Так, собственно говоря, нам сюда. White point, use the light. 074-522. И чё это? Может быть, это пароль? А эта дверь открылась? Так, это понятно. Это мы там брали картинку. Тоже какая-то запароленная дверь, блин. Ну, как бы пока вроде бы таких... Это him? Что-то новое. Пока нет особо таких, как бы... как его? Скримеров? О, вспомнил слово. Но как бы. Так, подожди, может быть, на втором этаже что-то есть? Может быть, что-то есть на втором этаже, что могло бы нам помочь. Так, нет, там я просто пока смотрю. Одеяло. Мне бы вот туда попасть. Каким-то чудно-тайным образом. А как это сделать, пока непонятно. Ладно, пойдем в подвал. Пойдем, походим, посмотрим в подвале. То есть. Ну, слушайте, дать должное. Демо-версия, она довольно-таки большая. Уфу. Погоди. Стой, отсюда мы пришли. Так, не закрывайте дверь, пожалуйста. Отсюда мы пришли. Туда-сюда. Здесь мы вот были. Подожди, эта сумка была веселая. Отсюда мы вышли. Угу. Нормально так домик. Можно запутать с коридоров. Дай боже. Коридоров дай боже, поэтому можно здесь запутаться и так далее. Так, дверь открыта, подожди. Вот была напротив, по-моему, дверь еще. Потому что вывалилась она, по-моему, как раз таки отсюда. А мы шли такие дальше. Такие И, собственно говоря, здесь собака все закрыта. Ладно, хорошо. Куда идти? Пойдем обратно сюда. Пойдем в подвал. Да, блядь, опять... Страшные штуки. Так, ну здесь тоже что-то нужно. Тут тоже что-то нужно. Какие-то треугольники. Я думаю, вряд ли нас здесь пустят. Там help me, да. Так, пшикалка, понятно. Пока здесь больше никого нету. Да что ж такое? Поздние записи стримов видосов очень тяжелые, потому что и пытаешься играть, пытаешься понять, и начинаешь после работы еще плюс помимо этого всего зевать. Поэтому это печально. Так, ну здесь-то что? Здесь ничего. Особо-то и нет. Я сюда и не приберусь.
какие-то развалины, руины, все очень запущено, все очень пыльно, поэтому здесь я смысла не вижу быть как бы так вот. Так, ладно, хорошо, куда дальше идем? Куда нам идти дальше? Нам надо какой-то пароль отрыть. Нам надо отрыть какой-то пароль. Я не понимаю, это вот окно, что ли, или что это? Ноль семьдесят четыре. Но у меня нет ничего. Нет. Это я ничего не могу сделать. Новый фильм. Ага, типа фильмы снимали, да, такие? Ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну смотрите, да, мы вот это проходили. Вот это мы туда зашли, потом порылись вот здесь, потом нам зазвонил телефон, мы такие хоп-хоп-хоп, оказались вот здесь. И нам вот надо какое-то окно найти. Что это? По каким-то то ли коридорам, закоулкам. Куда-то, короче, идти. Какую-то свечу, что ли, зажечь? Я не понимаю пока. Хорошо, так, погоди. Нам надо куда-то дойти. Подожди. А, ну здесь мы были. Здесь мы были. Же мы отсюда пришли. Нет. Нет, нет и нет. Где-то надо зажечь или взять какую-то свечу, что ли. А, стой, подожди, у нас же есть номер. 074-522. Понял. I'm spy, погоди. Стой. Ну. Это она, интересно, будет постоянно говорить или, или то же самое будет говорить? Угу, понятно. То, что, короче, она два раза сказала. Ай, спай, блин, и так далее. Спай, спай, да. Ой, подожди, там дверь открылась? Или это мы открывали дверь? Открывали дверь. Так, я так понимаю, теперь надо подарок что-то какой-то сделать. Мы позвонили куда-то. Подожди, стой, надо по картинкам понять, куда нам идти дальше. Это же новое кино. Про нас снимают фильмы. И просто надо понять, куда нам идти. Хорош. Вот мы позвонили. Вот надо дойти докуда-то до сюда. Тут будет подарок. Ну докуда? По какому коридору-то дойти? Тут этих коридоров... Ой, вот туча, подожди. А там, может быть, вот та дверь открылась? А вдруг? Ага, сейчас. Открылась, конечно. Конечно, уже разбежались. Волосы назад, бежали, бежали, бежали. И прям двери в коридоре нам открылись. Короче, в каком-то из длинных коридоров должен лежать какой-то подарок. Поэтому идем.
Бля, по длинным коридорам. Ну вот единственное, что здесь нет. Может быть там? Идем как бы тогда по коридорам. Ну я не знаю, один коридор, два этих коридора. Тут коробь какая-то. Была она или не была? Тут все завалено. Тут нет подарка. А нет, есть. Подарок-то есть. Только я взять не могу его. Хм. А как его взять? Так, подожди. А если это продолжение коридора того? Может быть, вдруг мы сейчас вот здесь, с этой стороны придем к нему? Просто я не посмотрел там внизу, что там было. И вдруг мы... Пройдем вот сюда, а здесь будет такой, опа, ключик лежать, нет? Нет, облом. Облом, Обломович. Ладно, а если пойти в подвальное помещение? Где-то посмотреть по подвалу. Где подвал? По подвалу посмотреть. Ну там тоже, наверное, ничего нету. Но там в подвале, по-моему, есть как раз-таки коридор, нет? Или нет? Или я что-то путаю? Нет, я, скорее всего, путаю. Но мне кажется, ключ... Надо чем-то как-то достать. Собака закрыта, все закрыто. Help. Help. Свечи, может быть, какие-то взять. Нет, ну тут еще... Я понимаю, ладно бы... Показывало что-нибудь. Вот это helping прям... Прям так давит. На психику, на самом деле. Ну вот свечи. Какая-то картинка. Какая-то тоже картинка, но ничего взять нельзя. Ладно, окей. Пока непонятно. Пока что-то очень немножко непонятно. Очень все запутано. Игра долгая, я так понимаю, будет. Но нет, если... Если бы, наверное, понимать, как играть, да, понимать, куда идти и что делать, то, в принципе, игра таки вполне нормальная. С учетом того, что мы не понимаем, что нам делать, куда нам идти... И как нам быть? Я вижу этот ключ, и я не могу его подобрать, хотя можно было бы его подобрать, то это печально. Подожди, здесь еще есть коридоры. Вот здесь есть еще коридоры или нет? Нет, коридор один только. Но написано, надо свечи взять. А где эти свечи-то стать? Где эти свечи-то взять? Э, алло! Я так понимаю, туда надо расставить свечи. А где их взять-то? Я что-то нигде свечей-то так, как таковой не видел. Реально не видел нигде свечи. Даже подсказки, даже ни чуть-чуть ни грамочки подсказулечки вообще нету. Может на втором? Хотя что там на втором-то? Там на втором ничего нет такого, как таковой-то. На втором только этот гребаный глазок, который я просто могу посмотреть и ничего больше с ним не сделать. Ой, блядь. Нихера себе. Посмотрели, называется. О, ладно. А, это что? Фейлинг, забирай. Так, хорошо. Там никого. Включи ты фонарик. И так страшно. Взяли кассету. Начали двигаться дальше. Уже что-то интересное. Из швабра так валялась, нет? Так, кассета. Кассета. Блю видео какое-то. Какое-то блю видео, а где его посмотреть, это? Видео. Я всегда с собой беру видеокамеру. Там в этом нету, интересно? Видока. Так, здесь видока нет. Здесь...
Подожди, здесь видака тоже не было. Был видак, по-моему, там где-то в той комнате, вот в той. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что это за кассета? Да, вот он, видеотяг. Да, давай всовывай и давай смотреть. Что-то там внутри, что-то спички. Шкатулка. Шкатулка, дверь. 7-2. Семь, два, пять. Подарок. Кажется, я первую... Мне кажется, я пропустил первую цифру. Сейчас еще раз перепросмотрим быстренько. Так. Один. Все, понял. Так. Ну, примерно понял, где еще находится. Вот здесь находится то, что нам надо подобрать. Вот этот ключ. Так, эта комната находится там по коридору. Эта комната находится там по коридору. Потом нам надо... Так, подожди, по какому коридору? Не по тому? По тому? Блин, не помню. А, я запутался. Стой. Сейчас разберемся. Таком-то, по-моему, находится где в подвал. Все, где подвал, все правильно. Значит, нам вот по этому коридору вот туда и вниз. Ладно, так, нашли ключ. Нашли ключ, потом нам надо найти бокс. Ввести в этой коробке пароль. Пароль откроет что-то. И мы пойдем дальше куда-то в решетку. В решетку забирать подарок. Да. Ты что, не сработал? Ёб твою мать. А что здесь произошло-то? Здрасте. Да не ори ты, блин. Help me. Еще ниже! Ты издеваешься? Куда ниже-то? Ух ты, бош, ты ж мой. Ладно, пойдем туда. Блин, сейчас, по-моему, что-то будет. Я что-то очкую. Да Славик, да не очкуй ты. Вообще жесть, вообще пропасть, блин, просто. Ни конца, ни края не видно. Где мы, собственно говоря, находимся, вообще непонятно. Что это за помещение? Куда нас? Как нас сюда закинуло? Хорош. Просто надо идти. Просто надо идти и искать шкатулку. Так, нашел шкатулку. Нашел шкатулку. Ага. Так, один. Один. Тихо. Семь. Два. Пять. Идеально. Кружочек какой-то. А, смотри, где мы оказались. Мы оказались на противоположной стороне. Угу. Зеркало. Блин, стрёмно. Там никого внизу нет? Слава богу. Ладно, придется идти обратно. Воу! Хорош, слышь, ты чё, блядь? Ты не надо так пугать-то меня, блин, я сейчас реально чуть коньки не откинул. Просто не. Я знаю, что вы теперь живые, я теперь готов... Я готов к каждому вашему шагу. Туда, по-моему, вряд ли мы попадем. Нам надо попасть как-то вот сюда обратно, я так понимаю, да? Мы здесь попадем. Наверное. А, ну, или да, или нет. Или нет, или да. Господи, я запутался. Я думаю, мы попадем здесь все-таки. О, спасибо. Все, выскочили отсюда. Выскочили. Ага, это как раз в таком-то было. По кругу ходим. И теперь нам надо найти ту дверь. Какая дверь была? Я не помню. Да, картинку повесим, во-первых. Во-первых, повесим финальную картину, так скажем. Что я делаю? Все, повесили финал картину. Какое-то зеркало, чего-то там непонятно чего.
тихо. Идем вот сюда, вот в эту комнату. Нет, подожди, стой. Или сюда. Так, ну это не то зеркало. Надо дверь, которая вот с этими кругляшками была. Где она? Она вот там, по-моему. Нет, стой. Она вот там, по-моему. Так, аккуратней, там не надо баловаться. И так страшно. И так очень страшно. Стой. Нормально пришли и туда, и никуда, и не сюда, блин. Да где эта дверь-то, блин? Просто обратно пришли. Просто круги наварили тут. И пришли обратно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Там дверь. Вот эта дверь, по-моему. Да, вот она, вот она, вот она. Ага, ага, вниз. Вот это нам показывали. Я помню эту решетку, вот этот проход. You should have gone there. Ну, пошли вниз, ладно. Хорошо. Sorry, sorry, sorry. Прости, прости, прости. А прости за что? Собственно говоря, а куда, подожди, где подарок мой? Хороший, блин. Немножко все осыпается. Так, погоди, где мой подарок? Алло. Я хочу свой подарок. Я сюда что, зря пришел, что ли? Тихо ты, не пугай ты меня так. Я просто иду за подарком. Мне сказали, что здесь есть подарок. Я просто хочу получить свой заветно желанный подарок. И поэтому не надо меня здесь, пожалуйста, пугать. Где он? Дверь замурована. Капец тут выходов просто. Входов, выходов, проходов, недопроходов. Так, стопэ, я тут хожу-хожу, и, видать, я уже заблудился. Нет, не сюда. Вот сюда, не сюда. Не сюда. А я в тупике. А я здрасте. А я пришел. А куда дальше? Подожди, надо как-то пройти дальше? Может быть, сюда? А, может быть, сюда? А может быть, и сюда? Может быть, и сюда. А может быть, идти надо по свечам просто было? Идти по свечкам. Здесь ничего, да? У-у-у! Стойте, женщина, или как? Кто вы там? Подарок. Я вижу подарок. Быстрее. Быстрее, надо обойти это. Эту всю шляпу обойти, быстрее. Да нет. Ну нет. Нет, надо дойти до подарка. Как обойти? Как обойти? Одна шляпа везде тут. А куда идти? Подожди, я видел подарок уже. Я же... Хорош, слышь, там. Я подарок увидел, а ты мне не даешь пройти. Так, подожди, здесь я пройду. Блин, я здесь не пройду, я здесь не пройду. Вот здесь, может, я пройду. Точно. Точняк. Я почти близок к подарку. Вот он. Вот он. Сейчас будет страшно. Сейчас будет страшно, я боюсь. Закрываем глазки. Блю, гриф. О, кстати, свечи зажглись. Так, собственно говоря, что нам... Блять, это цепочки эти. Просто выходить? Я так понимаю, да, просто выходить обратно по свечам как раз идти. Ну, кстати, как я и предполагал, что надо было идти просто, по сути, это, ну, по свечам. Свечи как раз-таки довели бы нас до подарка, и, собственно говоря, свечи нас и выводят в обратном направлении. Угу. А, тихо! Ну, я почти был рядом, я почти дошел. Но я вижу свечи, поэтому я просто пойду по свечкам. Просто я не боюсь тебя. Наверх. Ага, я вышел. Я вышел, выжил и так далее и тому подобное. Уф. Кто здесь? Ну, собственно говоря, никого. Собственно говоря, никого. Слушайте, неплохая демо-версия получилась. Очень даже неплохая. Так, мне надо, значит, вот сюда. Картинки к этой дойти, я так понимаю. Так, здесь нет, здесь нет. Стой.
надо поменять, по-моему, местами. Да. Да, надо просто было поменять местами картинки и уже, так скажем, идти в небеса. К облакам. Да, дверь открылась, смотрите. Нормально. Да, хорошо, ладно. Я ухожу. Но я вернусь. Я обязательно вернусь. Открой двери. Пока! Человек... Этот, как его? Простыня, да. Пока, человек, простыня. Но мы скоро увидимся. Скоро встретимся. Куда идти? Куда идти, собственно говоря? Ура! Мы идем к выходу. О! О! Вы меня пришли провожать? The house. Подарок. Я не знаю, я правильно положил вообще подарок туда? Я просто куда-то на автомате. Выбери, типа, да? Выбор. Выбор подарка. А, ну, по сути, без разницы, да? Do you win the hair and escape? Ага, все, пофигу. Итак, это у нас реклама уже. Такая реклама, типа, и здесь уже выход. Слушай, неплохо, неплохо. Картинка мне вот эта понравилась прям. Неплохая игрушка, на самом деле. Прикольная получилась. Do you get it? Да, готов выйти. В смысле? В смысле все по новой? В смысле все по новой? Алло! То есть можно повторить еще раз, да? Если тебе понравилось. Если тебе зашла настолько игра, или что, или нет? Стой, погоди, нет. Картинки нету. Может просто вот там вот туда просто выйти и все? Кстати, немножко все по-другому. Немножко все по-другому, потому что вот здесь телефон. А, вот он, телефон. Нет, не хочу. Ага. Да ё-моё. Да нет, нет. Нет, я не хочу. Ты опять сейчас будешь что-то говорить, да? Отстань. Нет, не говори ничего. Просто не начинай ничего, выйди. А сос. Короче, все начинается по новой. Я понял. Для тех, кто... Подожди, что там происходит? А нифига не по новой. Нифига не по новой. Я понял выход. Я пошел, спасибо. Меня выпускают все-таки. Меня все-таки решили выпустить. Ага, я понял, ладно. А здесь что? А здесь ничего. Ладно, пошли на выход. Нахер, бля. Или нет? Или не на выход? Ну, здрасте, приехали. I warn you about this, please. Thank you, planning. Да, вот он и финал маленькой-маленькой игрушки. Неплохая, слушайте, неплохая на самом деле игра. Да, немножко такая запутанная, немножко загеморойная в плане того, что надо понять, что делать и как делать, то есть какие там телодвижения и так далее и тому подобное. Но игра на самом деле прикольная, поэтому мы ждем полную версию. Если она, конечно, в английской версии выйдет, будет очень печально, но все-таки постараюсь в нее поиграть, либо английской, либо с русской, как бы, озвучкой, и постараемся с вами понять суть игры. В общем, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, и впрочем-то, друзья, всем пока!